В Твери временно ограничат движение по мосту через Хлебный ручей. С 16 марта прекращается движение автомобилей по мосту на подъезде Тверской школе-интернату номер 2. Эта мера вызвана состоянием самого моста. Долгое время по мосту было ограничено движение транспорта массой более 12 тонн, однако обследование показало, что проезд и более легких автомобилей по сооружению в настоящее время нежелателен. В связи с этим издано распоряжение о полном прекращении движения транспорта по данному мосту сроком на один год до 15 марта 2021 года. Фактически срок закрытия будет зависеть от проведения ремонтных работ на мосту. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Движение пешеходов на мосту опасности не представляет и не ограничивает. Водители автомобилей, в свою очередь, для проезда к территории школы-интернату смогут воспользоваться дорогой, идущей со стороны дома номер 47А по улице Орджоникидзе.